вспомнит мир, спасенный на века. Солдат войны, что жизнь не щадили, чтоб мир надежно на земле хранили, идут ряды бессмертного полка. Бессмертный полк читает автор, член Союза писателей России, руководитель районного отделения общества «Мемориала» Кичков Валерий Иванович. Бессмертный полк, ты замри, спасенная столица. Воин за победу отдал все, что мог. Внуки, правнуки, запоминайте лица. Долго ждали нынешний парад. Пекло войн, прошедшие герои. Было им в боях не до наград, заслонившим родину собою. С фотографий с гордостью глядят на потомков память сохранивших. Тысячи и тысячи солдат за тебя, меня, за нас погибших. 74 минуло годин. Правнуки шагают по планете. Господи, пусть будет мир един. Запах пороха не знают ваши дети. Тысячи и тысячи идут. Марш от Белорусского вокзала. Не забыть мне скорбных тех минут. Внуки, дети, ветеранов мало. Для создания книги посещал бабушек, дедов преклонно-летних. Словно с ними в пекле побывал, в документах, в диуголках верхних. Чарку с ветераном осушил. Брайл-пастою медали боевые. А дедов сквозь слезы говорил, как погибли парни молодые. Многим не дожить до сотни лет, нам нести о подвигах их память. Так давайте же выполним завет. Их не только юбилеи славить. Спасибо.